Видеорегистратор, радар-детектор, GPS, ГЛОНАСС, информер, стритшторм, STR-9940SE. Рассмотрим само устройство и комплектацию. Поставляется вот в такой вот коробке. Рассмотрим, что внутри. Само устройство, его рассмотрим чуть позже. Значит, в комплект поставки входит кронштейн на лобовое стекло, на присоски. Он поворотный. Питание к регистратору подается через кронштейн. Кабель питания в прикуриватель трехметровый. Фирменный гарантийный талон. Инструкция на русском языке. Рассмотрим само устройство. Несмотря на то, что это комбо-устройство, выполнено в компактном форм-факторе, покрыто soft-touch пластиком, очень качественно собран, приятный на ощупь. Значит, на лицевой стороне у нас расположен объектив видеорегистратора, дальше глазок радар-детектора, сверху у нас площадка под кронштейн с контактной группой. Значит, кнопка защиты файла от перезаписи, кнопочка меню, ОК, вверх, вниз, разъем под карту памяти microSD до 32 гигабайт. Дисплей 3 дюйма. Комбо устройство полностью на русском языке. Значит, в меню у нас два пункта. Значит, первый пункт — настройки радар-детектора. Второй пункт — настройки видеорегистратора. На регистратор дается год гарантии. Приобрести можно будет в магазине Автогир. Это новинка от компании. Оснащена процессором Novatek, матрицей Sony. Разрешение видеозаписи 1920 на 1080 при 30 кадрах в секунду. Стеклянный объектив, 6 линз с ЭК-фильтром. Угол обзора 135 градусов, датчик удара и датчик движения. Из особенностей данной модели можно отметить наличие GPS-GLONASS модуля с обновляемой базой данных, встроенный радар-детектор на патч-антенне с сигнатурным модулем, большой цветной дисплей диагональю 3 дюйма и Wi-Fi модуль. Он дает нам возможность обновлять устройство со смартфона, а также скопировать любые записи на смартфон, выставить нужные настройки, просмотреть ранее записанные файлы.